В субботу во всем мире прошел Международный день объятий. Тысячи человек приняли участие в огромном незапланированном флешмобе, когда совершенно незнакомые люди обнимали друг друга. Это, кстати, повышает иммунитет и укрепляет психику. В организме вырабатывается гормон серотонин и окситоцин, который в том числе отвечает за благожелательное отношение к другим людям. Так что мы решили, что одного дня в Сибири для объятий точно мало, поэтому Светлана Елавнарова отправилась на улицу Омска, чтобы поднимать мечом иммунитет, укреплять психику. И вот что из этого вышло. Я не могу на службе, у нас командир это. Нет. Посмотрите назад, видите, сколько у нас тут начальство. А начальство согласится? Ну попробуй, не подойди его.